Нет, то, что не монета. Здрасте! Осенний лесок, утречка, красота. Листва вся легла. Подмосковье. Прём на одно интересное местечко. Пока говорить не буду, но местечко действительно интересное. Вот. Ну а что, пока больше ничего не расскажу. Первый сигнал — проволока. Слава богу. Прошли по этой дороге, ушли с нее. И вот пошла вражеская местность. Первый овраг за моей спиной. Вот. Проверяем чернину. Пока что ничего конкретного. Но до места нам еще метров 300, наверное. Вот здесь овраги, здесь вот кругом они. Вот. Нам нужно попасть в одно местечко, проверить. Лес очень красивый. Прям. Самое главное, еще и про светлый просвечивается. Сейчас зелени уже нету. Наша цель — двигаться вперед. Вперед. Сместились чуть-чуть с маршрута. Нам туда. Метров 300. Ребят поверху идут. Вот он, овраг. И как вы думаете, что я здесь нашел? Вообще хохма. Блесна. Это вот как? Здесь что, речка, что ли, была? Да, в принципе, не удивлюсь. Короче, дошли до слияния, ну, вот двух оврагов. Вот он, и вот он пошел. Холм наверх, он туда, да? Да. Вот нам на тот холм надо. Ну, нам по идее, да. Вот это излучина двух оврагов, начала попадаться каванина. Вот это уже интересно. Но пока ничего не понятно. Ой, непонятно. Очаровательные, конечно, здесь места. Все-таки там была речка, русло там, ну, как бы ручей. Остаток ручья, видимо, он весной еще иногда течет. Пойма такая серьезная. У нас попался первый сигнал. И он очень похож на то, что нам надо. Помните ножички из предыдущих видео? То же самое. Проволока. Было у нас предположение. Ну, сопутка похожа. Интересно, интересно. Так, промежуточный. Саня вылез из оврагу и принес нам показать. Не, ну крестик хорошенький. Даже веревочка осталась. И трояк какого-то года. Все здорово. Сейчас прогулялись от оврагов туда. Там дорога старая шла, но она вся завалена. Здесь в кабанячьей раскопе, со штыка, наверное, 29-й годик. Не затем мы сюда шли, ну ладно. Да, не оправдались наши надежды сегодняшние, к сожалению, по поводу места этого. Ничего мы там больше не нашли. Идем в сторону машины. Пятнашка, квадратики. Ладно, будем искать еще места. Вы с нами по лесу гуляете. Значит, получается, этот накат был в то время. Получается, этот накат в то время примерно был. Вот это. Квадрат. Очередной советик. Советик какой-то дорожек. Да тут дорожек еще. Год. Ну, похоже. 62-й. Понятно. Вообще не затем у них. А? Теперь будут. Горит. Дали, говорит, мне еще двушку.
и пятнашку. Дорога вот эта какая-то идет заваленная. Идем к машине, ее проверяем. Ну да, не монет, так яблоки. Офигенные, кстати. Что за сорт такой крупный? Во. Офигенные яблоки на вкус, вообще просто. Он еще пустой рюкзак. Ну, не все можно собрать, потому что они погрызли. Так, а это что за прикол у нас? Че? Камера умирает? Не знаю, записывает она что-нибудь. Ух ты! Прикольно. Стаб, что ли, сдох? Ага. Угу. Так, друзья, на этом, наверное, я буду прощаться. Не знаю, записывает она или нет. Камера сдохла. Яблоко офигенное. Сейчас наберем, что-нибудь их будем есть. На этой сладкой и вкусной нотке прощаемся с вами. А, ну и находки вы все видели. На этой, короче, вкусной и сладкой нотке прощаемся с вами. Всем пока. Камера отлипла. Поэтому пока еще не прощаюсь. Шли-шли, наткнулись на яблоню. Яблоки поздние, очень вкусные. Стреляют, кстати. Очень вкусные. Собираем сейчас вот два рюкзака. Дичок такой, хороший дичок-то. Размером. О, машина где-то там. Нога совсем финиш. Поломатая чуть-чуть. Я даже не вижу, фокус есть или нет. Да вроде есть. Ну, задумка была какая. Машина на карте. Место похожее на холм. Вокруг шла овраг, ну, бывшая река. То есть посмотреть на такой холм, не посмотреть, точнее, на такой холм было нельзя. Могло оказаться легко каким-нибудь грочем или чем-то еще. Ну, так и ищем, в принципе, по лесам, по рекам. Ох, слышите? Погода офигительная. Солнце вылезло, прям кайф. Планируется большая поездка в Ярославль на несколько дней командой, но дай бог получится у всех. Кидай. Опа. О. Яблочко. Планируется. Ладно, сейчас пойдем к машине, набрали полные рюкзаки. Камера глючить начала. Вот это ой-ой-ой. Не переключаемся, нет. Это к тому, что на дворе конец октября. Сейчас покажу. Хренак. Ромашки. Комары в лесу. Комары в лесу. Какое сегодня число? 19 октября. Так, друзья, все, находились, добродились. Яблок набрали. Советы вы все видели, которые мы нашли. У Сашки очаровательный крестик, который, в принципе, спас сегодняшнюю ситуацию примерно. Выползаем из лесу. Следующее включение будет, скорее всего, уже из ярославских земель. На этой чудесной, вкусной яблочной ноте прощаемся с вами. Всем пока!